Восень – гарачая пора для дачнікаў. Необходна добраўпарадкаваць тэрыторыю пасля лета, прывесці ў парадак грады. Разам з прадстаўнікамі гарадской і раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя вы паглядзелі, што робіцца зусім недалёка ад абласнога цэнтра, дзе размясціліся шматлікія садовыя таварыствы, якіх толькі ў брэсцкім раёне каля 300. А вось з чысцінёй і парадкам на некаторых з іх не заўсёды ўсё так добра, як бы гэтага хацелася. Хаця ўсё залежыць ад канкрэтнага гаспадара і яго адносін да справы. Для одного из домов мы убачили мужчину, який старанно приводил порядок территорию вокруг уластной дачи. Порядок должен быть всегда, во-первых. Поэтому и регулярно надо заниматься. Больше ничего не надо. Как говорят, один раз хорошо убрать, а потом постоянно поддерживать. И будет порядок. Некоторых зарослых бурьянов, ну, казалось бы, какая сложность, взял этот триммер или косу скосил и развеялся, и порядок. А у другого цветочки, порядок. Вот. Это, конечно, от людей зависит. У целом же стихийных сметников на дачных участках, как это было ранее, стало намного меньше. Что тут спрацавало? Ці то штрафные санкции, природоохранные организации, санэпидемслужбы, ці просто люди стали больше свядома относиться до той территории, где живут и працуют. Как там подалось, все эти факторы спрацавали разом. Есть и контейнера, но другой вопрос, что бывают случаи переполнения их, но здесь просто надо своевременный вывоз, организация вывоза. Да, бывают вопросы здесь и к ЖКХ, то есть где-то ломается техника, не своевременно вывозится, где-то своевременно не контролируют председатели товариществ и члены товариществ. Поэтому работа идет. Хотя есть проблемы, которые вырашаются, покуль довольно марудно. Просто часто нема с кого спытать у тех же проверяющих структур за те и иншие недохопы. Есть моменты, где-то в товариществах даже еще отсутствуют председатели товариществ. То есть там как бы и работать не с кем в этом плане. Но бывают товарищества, где количество садовых участков до сотни, а обрабатываются всего лишь 3-4 участка. Поэтому с такими товариществами проблематично работать. Сам же мониторинг эпидемстану на садовых участках у дачных кооперативах экологи обещают проводить постоянно. Юрий Петрур, Миколай Ковалев, телерадиокомпания «Брест».